Здравствуйте! Это прогноз погоды на Мир Байкал. В студии Дима Билан бурятского стендапа Егор Гула. А пока вы думаете, зачем вам гель для душа, если вы все моете шампунем, я расскажу вам о погоде на понедельник, 26 сентября. В ближайшие сутки по республике ожидается пасмурная погода. По северу возможен небольшой снег. Температура воздуха по северным районам ночью от минус 4 до 0 градусов. Днем плюс 5, плюс 11 градусов тепла. Возможны осадки. Ветер западный 3,6 метра в секунду. Температура воздуха по южным районам ночью плюс 4, плюс 6. Днем максимальная температура плюс 11, плюс 13 градусов. В Улан-Удэ будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем до 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на понедельник, 26 сентября. С вами был Стив Джобс бурятского стендапа Егор Гула. Кстати, если бы Стив Джобс работал в администрации нашего города, у нас давно бы уже был третий мост. Сейчас вообще был бы уже и 14-й мост, и 14-й мост Pro Max.